тут и я. Стало сегодня как свобода. Комфортненько. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. Всем привет, мои дорогие! Сегодня будет интересное видео, потому что мы идем путешествовать. Куда путешествовать? Не так далеко, потому что только вышла я полпятого. С утра сегодня не пошла на море. Планировала вместе с Эндером выйти вот в такое время, пораньше, но не так получается. Что, ну, он купаться не хочет. Не одел плавки, потому что прохладный ветер, ну а я посмотрю как-то. Хочу окунуться в море, покупаться. Так-то вот, идем мы с Эндерчиком. Идем в какую сторону, сейчас поверну, покажу вам. Азан поет красиво. Помпеус, Соли Помпеус. Помпеополис. Какой-то здесь уже убрали, они давно, правда. Идем в этот район, тут более-менее он может еще пойти на этот пляж. Впереди идут музыканты. Пытаюсь что-то расслышать, но скрипка. Как красиво, вы слышите? Аферинчачук. Помпелиус. Неухоженный. Там внутри. Ну, может, там боятся они змей не ухаживать. Здесь-то все чисто, вообще супер. Мой Эндер общительный. Сумку мусором, да, вот тащит. Ничего не говорит. А? Чучик Аферин. Видите? Музыкальное сопровождение. Наверное, только учится. Покажу вам памятник. Заодно 100 раз видели, но все-таки от нас это 10 минут ходьбы. Так мы сейчас пойдем в ту сторону. Такой ветер и в море, посмотрите, неспокойно. Мы сюда не хотим, хотим пойти в Соли. Вот смотрите, что-то здесь не понравилось моему мужу, чтобы я купалась. Идем вперед. Вот я вам показываю этот район уже, вот куда мы отдалились. Мы сейчас переходим на Соли пляж. Какие волны, я таких волн в Мерсине не видела. В Батуми-то я купалась при больших волнах, а здесь я вообще забыла, что это такое. Людей мало кто купается, но я посмотрю. Ветер такой пронизывающий. Вышли мы на более-менее цивильный пляж. Вот. Я не знаю, буду купаться или нет здесь. Дальше он меня отведет от людей подальше. Он всегда так делает. Чтобы меньше глазели на меня. Мисс Турции. Эти люди тут гуляют. На море много. Покажу вам хоть людей. Мой муж сейчас мне сообщил, что во вторник идет на прививку. Да. Говорит, объясняет это тем, что если он не сделает, то он умрет, если заболеет. У него же проблема с легкими. Так что я ничего не имею права говорить. Каждый человек принимает решение за себя. Потом вдруг что-то случится, меня обвинят. Видите, люди сидят в кафешках. Более-менее. Везде все кафе. Люди. Thank you.
песок. Я вся в песке вышла. Сейчас же ветер такой сильный. Кончилось наше купание, ветер нас прогнал. Это какой-то ужас, я вся в песке. А я шучу, говорю, ешь, съешь меня. Он говорит, нет, я песок с песком тебя не люблю. Соль, соленая я люблю только. Невозможно сегодня, такие волны были. Вы видели, как я купалась? В Батуми я еще больше волны заходила. Ветер, музыка. Ой, мы пришли такие голодные, погода изменилась, потом покажу вам. Погода изменилась, тучи налетели, и хорошо, что у меня были кофте. Еще суп был вчерашний, макароны не доела. Погода изменилась, тучи, может дождь будет. И вот мы сейчас ужинаем. Душ приняла. Ашка. Офитос. Ой, вот и я. Надо пойти сейчас волосы посушить, хотя они уже сами высохли. Как я устала. Пойдемте посмотрим. У меня история тут про птичек не заканчивается. Пойду покажу вам. Эти птички целый день сегодня ехала. Муж соседки, которая меня не любит. А он очень хорошо ко мне относится. Сегодня эти птички целое утро мы их прогоняли. Опять веток наносили, уберем, наносят, уберем, наносят, уберем. И в итоге Ашкин подвинул до конца. Они даже сидели, понимаете? Они сидят, на нас не обращают внимания. В итоге он задвинул туда этот горшок и посмотрим. Прилетят ли они еще? Сейчас я вам поверну камеру. Вот и наш Мерси. Я подумала, что погода поменяется очень резко. И бегом домой мы. Ну, слава Богу, дождя пока нет. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. Сколько детей в парке? Завтра же карантин, нельзя выходить. Вот сегодня все допоздна будут, до 10, до 12 летом. Как я сегодня накупалась, так хорошо. Пришлось побороться даже с волнами. Да, мои дорогие, мой муж идет на прививку. Конечно, я это как-то не понимаю сама еще. Не подумала, хорошо. Что я сделаю? Ничего не сделаю. Он боится. Он боится, потому что он... Если заразиться, то он смотрит, что родители хорошо перенесли, и вот он тоже так. Сейчас цветы надо полить каждый день, они так, эти гвоздики, сохнут. Надо их поливать каждый день. За свет нам пришла квитанция около 160 лир, не так много. Зимой 300 было. Знаете, что больше всего не люблю? Пополнять эти бутылки. Так их брошу в ванну, мой муж их наполняет. Вот так вот проходит наша жизнь. Жизнь пенсионера. И как мне можно назвать? И турецкой жены. Вот так проходит, мои дорогие. Сейчас мы будем пить с ним чай. Рыбой пахнет, кто-то жарит рыбу. Представляете, мой сосед что 100 раз смотрит на меня. Оказывается, он жарит рыбу, понакрыл все, закрыл.
маленький газ кордона и жарит рыбу. Поэтому боится, чтобы я его не сняла. Ладно, пошла я. Боком судья всем. Ну, как они хотят, так пусть и живут. Ну, лишь бы меня не беспокоили. Конечно же, рыба воняет. А я сейчас пойду и нажалуюсь на шкрему. Потому что вся в спальне рыбный запах. Ашким! Ашким сенбилюрсун! Смотрите. Визим комшу балык пиши ер, балкон, да? Хэп я так удасы балык коку. Балкон да мне обычно? Пожаловалась Ашкиму. Насовый салат. Шок. Мы добрые люди, пускай жарят. Сейчас окна позакрываю. Мои дорогие друзья, кто-то из вас спрашивал в комментарии, для чего это нейрографика и что это такое? Посмотрите, я вот нарисовала такой рисунок 3 раза, а нужно 10. Сейчас буду на 4-м работать. Значит, что это такое? Это нейрографика на исполнение ваших желаний. Кому-то из вас это будет смешно, не поверит, но я в это верю, поэтому мне и получается, исполняется. Во-первых, мне очень интересно это рисовать. Я любила рисовать раньше. Все это я сама, я не разукрашиваю. Начинаю с кругов, потом вот, ну, тут есть свой алгоритм, как говорится. Этому надо обучаться. Я купила курсы и прохожу платные курсы. Бесплатно этому не научишься. Вообще ничего не научишься бесплатно. Если вы хотите что-то, чему-то научиться, есть бесплатные, конечно, это только дают азы, но саму тему нужно изучать все платно. Вот сейчас 11 часов. Открыла для вас видео, смотрю, как растут просмотры. Только открыла видео. Спасибо вам большое, что вы ждете в 11 часов. Многие из вас не спят и смотрят. Благодарю вас. И сейчас буду я. У меня 11 тысяч подписчиков. Можете поздравить меня. Наконец-то я с трудом, но дошла до этого. Вот, смотрите. 11 тысяч подписчиков. Ура, ура, ура. Благодаря вам. Да, очень много каждый день подписываются и вы отписываются. Но многие блогеры говорят, что это не только у меня, и у всех так. Наверное, сезон отпусков начался. Ну, и на этом спасибо. Все, друзья мои, буду работать, буду создавать интересные видео. Надеюсь, сегодняшнее видео вам тоже понравилось. А я буду заниматься делами. Все, пока. Спасибо вам за просмотр. С вами была Светлана Ата. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.